Так, друзья, всем привет. Прибыли на барахолочку. Смотрите, 7:30 уже открыли ворота. Здесь ни одного человека нет. Вот так дождичек всем перебил. Одна бабушка, и та не выкладывается. Значит, целый день обещают дождик, и неизвестно, как люди будут, не будут. О, одни собаки хотят кусок машины откусить. Идем сюда, вовнутрь, смотреть, что там. Здесь тоже все пусто. Друзья, 6:45 уже запустили. Смотрите, здесь вообще все пусто. Ни одного человека. Видите, да? Вот так дождик всем все планы перебил. Здесь вот только начинаются все. Так что вот такое дело. Так. Внукам возьмите, о, внукам. Друзья, смотрите. Рыбачил? Смотрите, какой чемодан. И полный, и полный сокровищ. Мельхиор. За 30 людей. Смотрите, сколько всего. Сейчас соли. Давайте покажем еще раз. Когда-то показывали, какие красоты. Здесь и фарфор, и все. И мельхиор. Я смотрю. Такая вот барышня. Это европейская, я смотрю. Они без лиц сделаны. Ну, такие тучечки. Люди шутят, захламили дом, выносят, продают. Все завалено. И недорого, друзья, так что человек выносит, подходите, спрашивайте, договаривайтесь. Друзья, смотрите, какая громадь. Ох ты, он сам весит. На ведро, наверное, или на тазик ставить. Так, цена есть или нет? Нет, бесценный. Да, вот это уже, я такое впервые увидел в жизни. Не знаю, куда его, ну, наверное, на ведро или на бочку. Это вообще труба. Рука моя, смотрите, какой он громадный. Вот это уже агрегат, так агрегат. Так, друзья, смотрите, что увидел. Вот такую красоту. Это у нас барановка, вот это 70 гривен. Маленький соусник. Соляночки по 25 гривен. И перечница тоже, а пробки нет. Да, вот такое. Такие красоты. Каблучок, ой, туфелек. Не знаю, что сюда можно, салфетки. Так, кружечки по 35 гривен. Такие на рынке. Здесь еще интересно, какая-то вот дама такая, видите, не знаю, с папой сделана. Народное творчество. Так, друзья, смотрите, какие цены на барахолке. 85 и продают по 20. Видите, да? Ну, такие шапочки. Смотрите. Где-то откопали. Вот такие цены. Можно найти. Так, друзья, смотрите. Целая коллекция детских игрушек. Видите, да? Крокодил Гена. Зайчик и волк. Смотрите, какой прекрасный. Шапочки с волосами. Смотрите, какой кефир. Да, красота. Ну и такое игрались в детстве. И даже сюда этого, как он,
Лупили лунтик, нет, не лунтик, как же он. Вот такая эротика, смотрите, это вообще для деток, не знаю, какая. Со дырку ей, а, подкусывали, слышите, все прелести. Вот такая фарфоровая лягушечка, 80 гривен. Фарфоровая. Я говорю, фарфор. Принцессы маленькие. Тоже для маленьких девочек, да? Это или называется, так? Да, советские игрушки. На полочку. Сделанные на совесть. Да, да. Смотрите, какие, да, прекрасные. Там две девочки. Там можно на полочку поставить. И красота будет. Вот таких точек очень много. Пары. Да. Так, друзья, смотрите, карамельное стекло. Такая вазочка с цветочком. Не знаю, наливная вроде как получается, да? Видите, да, сверху. Так, это у нас 83. Кобальтовое стекло. Вот такие хрустальные мотивы. Это мой дверь. Сейчас такая. Старая Одесса, не знаю, плитка. Плитка, наверное, керамическая. И вешать. Так, даже тестер сюда сунули откуда-то. Тоже что-то такое наливное, видите? Не знаю, какие-то вот полосы, как будто лопнувшие, но так оно сделано. Такая задумка. Такая задумка. Друзья, очень мало людей на рынке. Покупателей больше, чем продавцов. Наверное, поедем мы сейчас к себе на рынок. Так, друзья, смотрите, новиночки. Видите, да, на этой точке каждый раз все новое и новое меняется. Смотрите, какие красоты. Так, зайчик, гжель. Видите, да? Так, эта девушка, украиночка, осталась. Так, значит, сказали, сегодня тут серебришко появилось. Так, смотрите, мельхиор, подстаканники. Вот это советский набор полностью в сборе. У нас разнобой есть, а здесь в сборе. Так, вот это какая-то, духи какие-то. В общем, друзья, шикарная точка, смотрите. Видите, да? Так, пошли медали. Угу, вот такое здесь. Броши, серебришко. Ну так, друзья, вот серьги прям с этими ценниками. Вот, смотрите, сколько всего интересного. Так что точки растут на глазах. Так, друзья, смотрите, вот такой набор. Видите, да? Под Z-Prom, под Z-Prom. Латунные вставки. Три ножика, 150 гривен. Комплект такой. Ну и рядом тоже кто-то делал. Ну это видно еще с тех времен. С тех времен еще сделаны.
Ну, красота, красота. Так, друзья, смотрите, какое миниатюрное все. Вот это уже сделали. И лампа такая же самая. Вот смотрите, мой палец, да, вот какая она маленькая. Так, смотрите. Не знаю, соляночка такая, наверное. Интересно. Мультфигур. Лошадки. И вот лампа вешается на стену. Смотрите, патрон под 40 ватт, под 220. И воинская техника. Я вчера попробовал, взял в руку. Тяжеленные. И такой агрегат вот пластмассовый. Так, друзья, вот на входе в рынок, смотрите, такая точка. И здесь очень много. Вот смотрите, подносы. Даже фарфор. Фарфор выставлен прям так. Вот это попугай, это лампа. Как это? А статуэтка называется первоквашка. Первый класс. Шкатулочек, смотрите, прям все на земле. Целая гора. И тут надо все рыться, вон все оно в ящиках. Целые кучи. Так, Деды Морозы, Снегурочка. Так, смотрите, Камасутра, видите, когда-то у меня было два книжных магазина, и мы такими торговали книгами. И было оно у нас на расхват. Так, ящики открыток, игрушек, смотрите. Все, надо рыться искать. Так, друзья, для души минутка, смотрите. Были у меня и рыбки в детстве. Вот, смотрите, какая красота. Увлеченные люди до сих пор все это выращивают. Этим увлекают. Вообще, эти рыбки, как вы знаете, да, они успокаивают нервы. Нервы. Если у вас проблемы с нервами, заводите аквариум, вот, запускаете такую красоту и любуетесь. Ну, надо начинать с самых обычных. Меченосы, там гупи, которые более такие стойкие. А, вот петушки, смотрите, их отдельно, потому что если два самца, ну это как я помню, если два самца, они убивают друг друга. Такое у меня было, когда ребенок, и ты не знаешь, а это очень жалко, когда один другого убивает. Вот растения, приходите, покупаете и любуете. Так, друзья, сколько я снимаю кошечек, собачек, а вот решил все-таки сегодня уже день рыбок. Вот смотрите, такие цвета я вообще никогда не видел. Вот такие красоты. Один вид рыбы, да, только разные цвета как-то вывели. Да, это вообще, ребята, вот такой аквариум сделать и любоваться. Так, друзья, смотрите, здесь целая бригада собак, но они все чипированные. Возле рынка бегают. Утром бегали за машинами. Сейчас много машин, они не бегают. Так, друзья, 9:40, приехали на барахолочку в Каменское. Давайте посмотрим, что здесь. Может, здесь какие-то шедевры. Шедевры найдем в Днепре, очень мало сегодня. Так, друзья, смотрите, какой шедевр на рынке. Видите, да, 250 гривен, такая красота. Вот такая красота. Ну, это уже действительно цвет какой приятный, видите, да? Ваза так ваза уже. И самое главное, что на ней не будет видно помутнение хрусталя. Потому что этот цвет все перекроет. И такое можно выхватить. Надо ходить. Так, друзья, смотрите, какие в Каменском. Видите, да? Но они такие 60, 70, 80 гривен.
крючком сделаны. Это кто? Кто ищет? Так, друзья, все, скупились. Едем обратно. Едем в лавочку выдавать. Так, друзья, подъехали к Тере Каменское. Смотрите, вот современного сколько. Сколько современного. Все разные. Все возможные, все возможные. Видите, разные, какие хочешь. Как вы пить хотите, маленькие, большие. Вообще маленькие, чтобы не спиться, видите, такие. Наверное, вот это вот самое. Не знаю, коньячное, не коньячное. Так, бокальчики такие интересные, для руки приятно. Ну, такие уже шикарнячие. 30 гривен. В общем, друзья, целая, целая куча разных сегодня. Вот эти 15, эти 10, эти 15. Угу, такой занос. Наборчик 6 штук. Тяжелые. Видите, да, тяжелые. В общем, сегодня тут тьма. Так, друзья, смотрите, какой агрегат. Какой агрегат для шинкования. Где-то около метра длиной. Сколько он стоит? 500 гривен. На 3 ножа. У меня мама все время раньше... В детстве, помню, целую бочку мы капусты делали. Вот такая штука. У нас на барахолочке можно купить. Так что подходите. Так, друзья, пришло время показывать то, что мы приобрели на барахолочке и что нам принесли люди. Вот давайте начнем вот со стеклянной такой красоты. Смотрите, 55 гривен. Вот такой прекрасный, прекрасный шарик. И один подороже. Непонятно, может, она цены перепутала, а может и нет. А то маленький дороже, а то дешевле. Ну, могло и так быть. Так. Друзья, вот такая двоечка. Смотрите, написано. Читаем. Так, как вам тут показать? Вот, смотрите, чайная пара. Видите, 82-й год. Вологда. Вот такой шедевр. Ну, настоящий шедевр, смотрите, да? Я не знаю, как с нее чай пить. Это же, наверное, каким-то лаком скрывалось. Специальным. Как там песенки? Вологда где-где, да Вологда где что-то. Это ж Россия получается, да? Так, смотрите, вот такие стопочки длинные. Снизу Мельхиор. Значит, у нас она сейчас одна, во вторник принесут 5 остальных. Комплект будет стоить 250 гривен. Вот такая красота, смотрите. Да? Это вы уже можете бахкать там об пол, ой, об стол. Так, вот такие рыбки по 15 гривен. У кого не комплект... Так, вот смотрите, не знаю, как это сплав называется. В общем, вот такая вот вещь. Такой сплав. Здесь вот под резьбу сделано. Не знаю, где оно было прикручено. Стоит он 50 гривен. И вот такая Нефертити. То же самое. Прям с египетской пирамиды привезли. То же самое, 50 гривен. Забыл, как этот сплав называется? Алюминий там какой-то с чем-то.
Так, вот такая кружечка, смотрите. Так, кто это у нас? Это у нас Довбыш, да? Вот такая красота. Три штучки есть по 25 гривен. Так, друзья, пробуем советы. Пробуем ножи. Комплект 6 штук. Состояние, вы видите, отличное. 150 гривен. Ручечка, видите, какого цвета? Не потертая. Смотрится прекрасно. Это не Китай, и это не с Чернобыля, как вы понимаете. Да, сейчас металл делают неизвестно какой. Это все советы, это все чистое, это все прекрасное. Так, вот такие пары. Смотрите, розочки. Ага, вот, смотрите, знак качества. Это у нас Светловодск. Если я не ошибаюсь. Вот такое блюдечко. Да, ребята, в первый раз вижу знак качества на Светловодске. На Барановке видел. Значит, вроде бы как 4 пары. Так, друзья, смотрите, вот такой у нас был наборчик бутылочек. Он стоил 100 гривен. Вот мы докупили из этой серии еще одну. Видите, да, все одна серия получается. И теперь он стоит 150 гривен. Ну, это уже, так сказать, коллекция, не коллекция, но это шедевр. Поставить на полочку, налить туда какого-то бренди или еще чего-нибудь, что вы там любите употреблять. И смотрите, пробочка, видите, закрутили. В общем, все прекрасно, да, шапочка такая. Да, красота, да и только. Комплектик, это уже настоящий комплект. Значит, друзья, сегодня у нас ажиотаж, и мы даже не успели видео снять, у нас кучу прям в магазине раскупили. Вот, из Днепропетровска люди приехали, и тут местные. Так. Значит, это у нас вот плохо видно, но это старый Довбыш написано. Я брал лупу, смотрел. Это у нас Довбыш. И стоит он 70 гривен, да, такая форма, форма приятная. Ну, какая-то вот, я не знаю, мужская, не мужская, а? Такой нос. Ну, мне лично так нравится. А вот это, ребята, шедевр. Шедевр, это у нас Республика Чехословакия. Смотрите, какая строгая красота. Какой строгий стиль, да? А это, ну это видно, вот так, настоящий шедевр. Смотрите, да, Чехословакия. Молочничики, не знаю, кофейник это, заварник. Что это такое? Ну, одно могу сказать, это красиво, это красиво. Такая форма. Ну, есть вещи, которые вот смотришь, и они красивые, да? Вот, смотрите, золото, все целое. В общем, все красота. Крышечка, да? Крышечка. Лепота. Так, а тут тоже такой же маленький. Маленький значочек. Да. Ну, чехи. Такая маленькая страна, да? А прославилась на весь мир своими шедеврами и красотами. Да, ну это как ну, молочничек, сливочник 100 гривен. Это красота 200 гривен. Так, друзья, Рига. К нам приехала Рига с таким строгим орнаментом. Давайте посмотрим. Вот, видите, да, что тут написано? 90, что-то. Так, ну его, конечно, нужно чуть-чуть
привести в порядок, как вы понимаете, да, нам люди принесли, и нам все приходится за ними тереть, мыть и все прочее. Так, 100 гривен, друзья, потому что такой шедевр, золото, смотрите, новое. Ну, приятный, да, вот сколько человек заходило, и все обращают внимание. И на вот этот обращают внимание, да, ой, одни ойки, ну, 200 гривен, да, для кого-то это деньги. Для кого-то, может, это там как 20 копеек, ну, а для основной массы людей это деньги. Так, смотрите, эгоист. Это у нас Славянск. Ручная роспись, как вы поняли, да? Две буквы К. Это у нас керамический комбинат. Только непонятно, почему они букву С не поставили. Тогда было бы все понятно. Что Славянский керамический комбинат. Ну, зажали, видно, краску. Так сэкономили кучу денег для производства. Так, друзья, смотрите. Такие блюдечки, которые подойдут для любого предмета. Вот, смотрите, например, поставить этот вот. Да, уже красота. Это у нас ЛФЗ. Есть потертости, да, не без этого, сколько лет при царе горохе делалось. Но вообще нет потертости вроде. А, нет, есть чуть-чуть. Так, это у нас вот такой цвет. Давайте посмотрим другие. Вдруг какая-то смена. Нет, наверное, три штучки по 35 гривен. Ну, как вы поняли, подходят, да, 0,78 копеек стоили, да, дороговато было. Они подходят под любое, что бы вы ни взяли, любую чашечку, кружечку, они к вам подойдут. Так, друзья, вот такой хрусталь. Ну, я надеюсь, что это хрусталь, но он такой тяжеленный, сколько здесь всяких вот визерунков, что даже я не могу сфокусироваться и вам его передать. И вся эта красота тяжелая стоит 50 гривен. И вот такая вот конфетничка, наверное. Тоже красивая. Так, что тут у нас снизу? Тоже что-то такое. Тоже цена та же. Так, друзья, снова к нам приехали сахарнички. Ну вот, например, сахарничка, а крышечка у нее, я так понимаю, от старинного какого-то заварника. Ну, что ж делаешь, так бабушки наши, такой бизнес у наших бабушек. Так, это у нас вербилки. Да, но красивая. Вот еще, смотрите, какая красота, и черные, и золотые мазки. И роза такая, и крышечка. Не знаю, родная, не родная. Это так, полонная. С этим, конечно, можно поспорить. Ну, у нас девушки-специалисты, они нам пишут и говорят: вот это не оттуда, ребята, вы мухлюете. А что ж мы можем сделать, а? Если мы такое купили, нам такое принесли, и нам сказали: да, это родная. Скільки себе помню, была такая крышечка. Все, и что вы, не будете верить человеку? Если не верить людям, тогда можно и не жить, как говорится. Да, вот такие розочки. Подходит крышечка? Подходит. Так, это у нас барановка. А то я вот лялякаю, а про дело не разговариваю. Так, какое-то солнышко, какие-то цветочки, вот такая крышечка. И это у нас полонная. Так, вот что-то такое намазанное. Даже не знаю, клубника, не клубника. Какие-то золотые мазочки. Что это такое? Ну, одним словом, красота. Что еще можно сказать? Полонная.
Так, снова розочки. Вот такая крышечка. Такие ручки. Кто это у нас? Давайте. Это у нас Долбыш. Вот такая вся грязная. Ну, вы уж извините. Прям оттуда. Прям оттуда горошек. Крышечка получается родная. Все прекрасно. Тоже у нас. Тоже такой же Долбыш. Так, вот что-то. Какой-то цветочек интересный. Лесной, полевой, не пойму. Это у нас фонарик Дружковка. Вопрос остается по поводу крышечки. Ну, как вы знаете, да, Дружковка – это качество. Это качество. А вот это красота. Смотрите, да, это шедевр. Это шедевр. Я говорю, давай дороже поставим. Нет, давай, давай, надо, не надо. Ну, это красота, ребята. Да если мне уже мужику нравится, что уже за девушек, за женщин говорить. Вот здесь у нас голубка. Это у нас Тернополь. Первый сорт. Да, нежнейший, нежнейший такой. И форма какая-то, вот нестандартная. А нет, хотя форма стандартная. Ну, так рисунок, видно, сделан, что кажется, как будто это просто, ну, просто супер. Так, вот такая сахарничка без ручек, но зато с круглой крышкой. Уже сахар вы можете насыпать с горочкой. Такой цветочек. И буква П. Полоне. Так, с сахарничками мы закончили. Как вы знаете, да, у нас вот здесь в лавочку заходишь, куча фэн-шуй, фэн-шуй, все такое. Вот, не знаю, как вам это все показывать. Оно, конечно, никому не интересно. Ну, может, так краешком глаза как-то вам наши красоты так показать хоть капельку, чтобы вы не переключались. Так, друзья, попался к нам шедевр. Смотрите, в родной коробочке. Коробочка, правда, потертая, видите? Вот такая, видно, от времени или мышки погрызли, или непонятно кто. Вот, видите, да, все написано. Дзержинского. Новенький набор, не было в использовании. Значит, смотрите, как оно смотрится. Вот на каждую чашечку свое блюдечко. И их тут 6 цветов. Видите, да, какая красота. Сегодня, значит, с одного попили, завтра с другого, а послезавтра с третьего. Да, вот такие прекрасные. Ну, это кофейные. Вот такой наборчик, и стоит он всего-навсего 300 гривен. Значит, была сегодня женщина, говорит, собрала такой набор у нее на 12 персон. Но она говорит, это дешево, у меня будет дороже. Значит, мы взяли ее номер телефона, кому нужно вот наших 6, и у нее 12. Мы можем дать номер ее телефона, и вы с ней созвонитесь. И может купить, и будет у вас на целую компанию попить кофеек. Так, вот такая у нас селедочница. Это у нас, вот смотрите, какое клеймо. Если мне память не изменяет, если я ничего не путаю, вроде как Бориславский завод. Ну, я думаю, что если я ошибся, вот свои 58 лет, то вы меня не расстреляете. Так, вот такой кобальт. Смотрите, да, красавица, красавица такая. О, так а тут вообще ничего нет. Вот это да. Ну, это, наверное, все-таки не современное. Может, с какого-то набора и не ставили на каждом предмете. Экономили краску. Так, друзья, наконец-то я узнал. Мне написали,
И я с этим соглашаюсь. Вот это блюдо, это не селедочница, и блюдо, и это не рыбница. Это просто овальное, овальное блюдо. И все. И так, наверное, будет самое правильное на такие красоты говорить. Смотрите, да? Красота, самое настоящее. Такое хорошее блюдо, это у нас коростань. Прекрасное, прекрасное блюдо, красивое. Так, друзья, вот еще есть такая вот штучка. Но это, как мы поняли, это для меда. Видите, да, вот такой производитель. Ну, здесь чуть-чуть наши бабушки, они любят, ну, чуть-чуть махлевать, да. Они сюда прилепили сверху цветочек. И все, и мы так купили у них. А это пчелка. Тут должны быть крылышки. Значит, стоит она 50 гривен. Может, кто-то захочет так купить, а может, кто-то мастер прилепить сюда крылышки. И все. Она просто вот это вот обточить, и все. И будет прекрасное, прекрасное такое, хотел сказать, коробочка. Вот, прекрасное такое творение рук человеческих для меда. Ну, а если нет, значит, постоит, может, я его когда-то отреставрирую. Вот давайте над этим домиком с одним окошком мы и закончим наше сегодняшнее маленькое видео. Вот, значит, друзья, там очень много пишут комментариев, какие продались, какие там чайники продались, какие там сахарницы. В первом комментарии ниже описания мы ставим коды, которые продались. Там 5, где 5, где 7. Мы стараемся все. Вы заказали, вы купили, мы стараемся этот код туда сразу внести, чтобы вы могли видеть, что осталось. И заказать. Вот, можно, кто из Днепропетровска, вот сегодня люди приехали, ну, а мы могли на барахолке там, например, встретиться, я мог бы вам этот ящик передать. Вы бы денежку перевели, чтобы мы уже убрали с продажи. Субботу, воскресенье, два дня, я бываю на барахолке, и бывают такие дни, когда среди недели, когда развозим наш товар, как вы знаете, да, мы производители гипсовой продукции, мы тоже можем быть в Днепропетровске. Все, можем списаться, созвониться, где-то встретиться и отдать вам ваш товар. Так что давайте на такой товарной ноте мы и закончим. Давайте еще полюбуемся вот на эти красоты один разочек, да? Настоящий, настоящий красота, если сказать по-мужски. До свидания, друзья. Подписывайтесь и ждите новое видео.